Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми говоримо про те, як під час вірусів, коронавірусів і карантинів люди допомагають людям. Людям про ініціативну групу, про гарну ініціативу, яка виникла в нашому місті, нам розповість пастор Володимир Іванов. Доброго дня! Доброго дня! Розповідайте, не стала спеціально говорити про це на камеру, для того, щоб ви розповіли, що це за ініціатива, для кого вона і як вона виникла. Очень все просто. Мы, во-первых, этим занимаемся уже давно. А появилась эта инициатива от того, что, во-первых, я так понимаю, что будут времена наступать тяжелые. И самые незащищенные и самые подвергающие под особую... И поэтому то, что мы популяризировали и то, что мы проявили такую инициативу, с единственным желанием, с единственным вдохновением, быть может, еще кого-то мы вдохновим делать то же. А что мы делаем? Мы сложили сухие пайки и отнесли особо пожилым людям, для того, чтобы, во-первых, они не ходили в магазин, во-вторых, чтобы они не выходили на улицу, и в-третьих, чтобы у них, простите, пожалуйста, просто было что кушать. И то, что когда вчера две группы, сегодня уже уехало две группы, по ходу мы для них, и мэр мы для них, и отдушина мы для них, и это ж, понимаете, а поговорить, и поэтому приходится быть может, и ответом, быть может, какой-то поддержкой, быть может, каким-то успокоительным, и в этой особенной ситуации каждый из них нуждается в молитве. И мы, как церковь, просто молимся за людей, поддерживаем их и говорим о том, что все будет добро. Кто разом с вами робит эту инициативу, кто ее поддерживал? Ну, на данный момент это благотворительный фонд добро, благословения и церковь Благовесть. Правый сектор предоставил автомобили, и Міська рада предоставила вот эту ТР-службу, которая ходит, которая имеет право. И которые, да? Да, которые и ходят, и это просто ангелы Божьи. Я смотрю на этих людей, знаете, это вот реально в нашем городе есть ангелы, которые своими ногами проходят километры, нося эти продукты. Безусловно, мы автомобилями подвозим, но уже там непосредственно дойти, принести. И то, как их люди любят, это просто ангелы Божьи. Ну, и до того же вам же потребны списки, до кого идти, вы же так можете. Ну, во-первых, мы не имеем права входить, во-вторых, нам нужны списки. И в-третьих, это вот эти люди, которые, ну, они в этом специалисты. Що таке, не знаю, шкурне запитання, що в тих продуктових наборах, що отримують люди? Вермішель, каші, макарони і от сьогодні, допустим, там сахар, а гречка і, ну, все. То, що ми можемо. Паперу немає? А? Туалетний папір. Туалетний папір є. Це обов'язково. Вибачте, м'ясо, ікру і креветки, ну, поки місць нет возможностей. Наша задача і не виділитися. Наша була задача просто стимулювати общество, увидеть, що, ну, ми не все заберемо з собою. І наша задача була, знаєте, смотивувати інших людей робити теж добре. Быть может, оплатив там какой-то счет пенсионеру, быть может, как-то принести тарелку супа, общество станет добрее. И вот эти тучи, и вот эта ситуация, в которой мы входим, потому что мы только у порога, она будет немножко проще другим людям. Вже є якісь фідбеки? От люди, які, наприклад, ну там я бачила в соцмережах, ви вже викладаєте цю інформацію. Вже є ті, хто хоче доєднатися, допомагати, можливо, фінансово, можливо, разом з вами ходити? Не знаю. Інформації на даний момент у мене нет, но знаю, що Борис Арбертович поставив своїх, ну, іменно госслужащих, які будуть цим ділом займатися. Я надіюсь, я вірю, надіюсь, що все-таки нам удасться розкачати общество для того, щоб ми були людяними. А як зустрічають оті от люди похилого віку? Це така дуже інтересна. В початку агресивно. Да. В початку, і я думав, знаєте,
А потом при буквально нескольких фразах люди открываются, люди плачут, люди благодарят. И вы знаете, это очень интересная прослойка, и это интересный возраст, потому что это наши родители. И мы обязаны їх підтримати. Як довго буде тривати ця, ну, я назву це, не люблю це слово акція, але ну от скільки оця от допомога буде тривати? Ну, от на даний момент я розумію, безусловно, ці продукти ми готовили для прихожан нашої церкви. Безусловно, ми готовили для того, щоб ми не знаємо, як завтра будуть розвиватися события. Быть может, не тільки пенсіонерам, завтра будуть нуждатися обычные люди, которым просто не выплатили зарплату, нет возможности и нету за что. Мы готовили эти продукты. А насколько я правильно понимаю, что сейчас должен включиться город, должен включиться бизнес, должен включиться, я так верю, предприниматель. И мы просто отойдем в сторону, потому что мы свою миссию, свою задачу выполнили. И вы будете заниматься своими... Мы будем заниматься своим приходом и своими людьми, которыми мы и так занимаемся. Клас. А скажіть, під час карантинних заходів якось змінилося, не знаю, розклад там служб? Ми повністю перейшли в онлайн. Да, служби і всі мероприятия ми перевели в онлайн, ми законопослушні. І все те, що відбувалося, і всі служення, душопопечительство, допомога, підтримка, венчання і похорони, ми будемо робити це онлайн і будемо робити це через телефон. Супер, я зараз просто задумалася, ну 21 століття, да, все змінюється, давайте трохи про це поговоримо. От наскільки, дивіться, вірус, да, звичайний, здавалося б, вірус, да, вражає... Ну, вірус – це інформація. Да, вот. Это записанное, прописанное, определенное, очень сложное, но это информация. И наша задача, по сути, наша задача принести другую информацию. Даже тогда, когда говорят, что безнадега и вообще все пропало, нам просто мы обязаны нести добрую, положительную информацию соседям, друзьям, знакомым. Даже, по крайней мере, каждый день это в миниатюре жизнь. Даже просыпаясь утром, протирая заспанные глаза и не бежать первую чашку кофе, а говорить своим окружающим, говорить тем, которые с нами живут, что все доброе, все прекрасно. Бог дал новый день, Бог дал нам счастье жить, любить, дышать, растить детей. И это радость, это радость. И вот положительная информация, просто она должна быть прошита мозгами, должна прошита быть нашим обществом. И мы те люди, которые носим положительную, добрую информацию. Каждый день на своем рабочем месте, просто даже на улице, в магазинах, нести позитивную, добрую, божественную информацию. И тогда никакой вирус нас не... ни одна зараза, не прилипнешь. Да. Просто быть настроены на добро, настроены на мир, не враждовать, не завидовать, не конфликтовать и, по крайней мере, быть вот этими носителями добра. Пане Володимир, у нас вчера на эфире была психологиня, да, яка там давала поради, як людям там вберегтися від паніки, від всього. Що ви з точки зору духовника, да, можете сказати нашим телеглядачам, щоб вони не панікували, або якщо вони вже панікують, ну що ж їм робити? Во-первых, очень сильно в этот момент помогает молитва. Абсолютно. Быть может, ты не оцерклённый, быть может, ты далёк от Бога, далёк от религии, и абсолютно в какой религии ты не или к церкви не принадлежишь, твоя внутренняя молитва, когда ты остаешься один на один с Богом. Тогда, когда ну, не по молитва слову, а вот личная молитва, быть может, скомканная, быть может, вот знаете, неправильно сформулированная, но она и давит сердце, вот эта молитва, она творит чудеса. Во-первых, очень помогает 90-й псалом. И ты под сенью всемогущего покоишься, и Бог защитит, и падут подле тебя. И вот эти вещи, которые делают, во-первых, нас неуязвимыми. Во-первых, молитва создает определенный кокон. Во-первых, ты сам вдохновляешься, и это реально работает. Ты сам вдохновлен. Во-вторых, чем опасен вирус? А вирус особо быстро развивается у людей, которые боятся.
Молитва дает способность не бояться. Ты становишься смелым. Мы называем прокачанным. Прокачанным доброй, положительной информацией. И второе, читать Библию. Вот эта информация, когда чем больше то, что входит в нас, тем мы становимся. Если это входит в нас информация об этом ходячий вирус, этот, он уже чуть ли не в наших ноздрях, он уже в наших легких, наполнится другой информацией. Читать божественные книги, молиться, и я думаю, что мы сможем легко преодолеть этот негаразд. Супер. Ну, як довго буде тривати цей негаразд, ніхто не знає. Тим не менш, сподіваюся, що ваші слова дійдуть такі до Бога в уха, і до людей в уха. Закликайте, будь ласка, якщо це потрібно, інших, не знаю, меценатів, підприємців, щоб вони долучалися, просто людей, які можуть своїм сусідам допомогти, там, стареньким, або тим, хто хворіє. Закликайте їх долучатися до вашої гарної ініціативи. Дорогі дніпряні, ми завжди з вами були на передке. Ми завжди з вами були одним із тих, хто перший реагував, і ми завжди вміли, дніпряні відрізнялися тим, що ми вміли об'єднатися. Я не так умею закликать, я умею давать. Но моя сегодня задача смотивировать вас, помочь даже тем людям, которые живут с вами на одной лестничной площадке, а вы помогаете Богу. Делая добро, знаете, кто-то может много, а кто-то может мало. Кто-то может совсем немножко. Но если вот каждый из нас на своем уровне, знаете, не ждать от кого-то, не ждать от каких-то богатых с дорогими часами дядь, а вот на своем уровне делать добро, если кто может, приходите к нам, приходите, долучайтесь к нам, фасовать эти продукты, мы всегда довезем их до адресата. И просто в этот момент, тогда, когда особо накаленное общество ненавистью, враждой, завистью, болью, страхом, мы те, знаете, посланники добра, которые обязаны сделать наш город добрее и принести вот эту, знаете, очень важную искру надежды. И самое главное, ничего не бойтесь. Бог с нами, и Бог нас защитит. Амінь, хочеться сказати. Амінь. Нічого не бійтеся, Володимир Іванов заряджає на позитив. Не знаю, вам потрібно ставити банки з водою, щоб ви заряджали їх. Або розповсюджувати вас по всіх телеканалах, тому що насправді я сама зарядилася. І я сподіваюся, що ви почули те, що вам сказали. Будьте добрішими, будьте веселішими, і жоден вірус, жодна хвороба вас не зачепить. Адже щасливу людину не чіпає нічого, крім щастя. І розповсюджуйте щастя і добро, і буде вам добре. Залишайтесь телеканалом «Відкритий». З вами була я, Наталія Гейман та Володимир Іванов. Ми заряджаємо вас на позитив, на добро, на щастя і на здоров'я. Не хворійте, будь ласка, і залишайтеся вдома, якщо відчули якісь перші симптоми недуги. Дякую за увагу. До побачення.